Дом на чужбине. Каждый день к 82-летней Панайоте приходят беженцы. Мама, называют они ее с любовью. Неудивительно, ведь благодаря Панайоте они чувствуют себя в обычной нормальной семье. Бара с детьми бежал из Ирака. Все, что он хотел, лишь спастись от войны. Поэтому и решился на бегство по Средиземному морю в надежде найти убежище в Греции. Когда мы сюда добрались, она нас приютила. Когда Панайота узнала, что мать этих детей умерла, то сразу предложила приходить к ней в любое время. Панайота знает, что приходится переживать беженцам. Ее собственные родители в Греции тоже когда-то были беженцами. Много лет назад их семью вынудили бежать из Турции. Мне было 7 лет, когда наш дом сожгли. У нас ничего не осталось. Ни посуды, ни еды, ни одежды. Все, что осталось, было лишь то, что на нас было надето. Для тех беженцев, которые к ней приходят, Панайота готовит еду, а другие пятеро у нее живут. Ее маленькой пенсии хватает на то, в чем так остро нуждаются беженцы. Да и она от своего гостеприимства в накладе не остается. Моя жизнь изменилась, потому что в доме появились люди. Я больше не одинока. Я разговариваю с ними, мы смеемся, хотя и не понимаем друг друга. Тысячи беженцев скопились на границе с Македонией, и лишь немногим повезло найти здесь хоть что-то, напоминающее о доме. Пусть это и лишь временно.